Иисус, аминь. Слово Божие говорит, чтобы мы радовались. Когда? Всегда. Аминь. Будем радоваться. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Да-да-да. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Провозгласи, благ наш Господь. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Благ наш Господь. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Так пусть все народы и все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. Хвала, хвала, хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Да-да-да. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. И все времена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. Хвала, хвала, хвала Тебе! Наш Бог благой, аминь. Он добрый, Он всемогущий, Он наш Отец, Он наш Творец, Он наш Целитель, Он так благ для тебя. Его воля для тебя благая, угодная и совершенная, аминь. Давайте вместе скажем: о Господь, как Ты благ для меня. О Господь, Ты так благ, Ты так благ для меня. О Господь, Ты так благ, Ты так благ для меня. О Господь, Ты так благ, Ты так благ для меня. О Господь, Ты так благ, Ты так благ для меня. Ты благой, Ты добрый, и мы славим Тебя, наш Бог. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Да-да-да. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. Благ наш Господь. Благ наш Господь, ибо милость Его вовеки. И все времена придут и прославят Царя и Творца. Хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе за то, кто Ты есть. Хвала, хвала, хвала Тебе! Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе! Кто Ты есть.
Есть за что славить Бога? Что-то как-то не похоже. Нет чудес в вашей жизни? Или есть? То, что вы живы, это чудо. То, что вы здоровы, это чудо. Руки, ноги есть, слава Богу. Будем исполнять Слово Божие. Что делать будем? Радоваться, аминь. Он царь земли. Он победил. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся в Боге, Он царь. Радуйся, радуйся в Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял вместо и свою святую кровь дал нам вас побеждать. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся, 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 Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял вместо свою святую кровь дал нам нас побеждать. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, Господу воспой. Восклицай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Возвышай голос свой, чтобы упали стены Иерихона, что пришлось делать? Насколько нужно было возвысить свой голос?
Или у тебя вообще все прекрасно в жизни? Или нужно, чтобы какая-то стеночка все-таки упала? Возвысь свой голос Господу. Аминь. Боже, благодать здесь, на этом месте. Бог здесь, потому что так говорит Слово. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, наш Бог. Мы почитаем Тебя. И мы благодарим за Твою благодать, за Твою милость, которая излилась на нас. Аллилуйя. Благодать излилась на меня, благодать излилась на меня, и теперь знаю я, Бог, победа моя. Благодать излилась на меня, благодать излилась на меня, и теперь знаю я, Бог, победа моя. Благодать излилась на меня, благодать излилась на меня, и теперь Иисус, только Ты. Ты мой путь, Ты мой свет, Иисус.
славим Тебя, наш Бог, поклоняемся Тебе. Излилась на меня благодать, излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя. Ты наша победа, Господь, ты наше все, ты наше упование, ты наша жизнь. Ты тот, благодаря кому мы живем и существуем на этой земле. Ты тот, кто дал нам новую жизнь. Ты тот, кто забрал наш грех. Ты тот, кто освободил нас и назвал нас своими детьми. Мы поклоняемся Тебе. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. И быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал мое имя. И быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. В присутствии твоем руки поднимаю, ты в сердце моем, Иисус, всей душой тебя мой Бог, благословляю, ты
все во всем. В присутствии твоем, я в присутствии твоем, руки поднимаю, ты в сердце моем. Всей душой тебя, мой Бог, благословляю. Ты все во всем. Я в присутствии твоем, руки поднимаю, ты в сердце моем. Всей душой тебя, мой Бог, благословляю. Все во всем, в присутствии твоем, я в присутствии твоем, руки поднимаю, ты в сердце моем. Всей душой тебя, мой Бог, благословляю. Ты все во всем, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Ты мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа. Что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Ты мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Душа моя, лишь для тебя, Бог, лишь для тебя, Бог, лишь для тебя, Бог. Поет душа моя, поет душа. Мы желаем петь для Тебя, мы желаем возвышать свой голос для Тебя, мы желаем, чтобы молитва с наших уст, она не прекращалась. Мы желаем день и ночь славить Тебя, быть в Твоем присутствии. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори. О, сотвори. Молитвенный дом сотвори.
молитву твори во мне. Пусть огонь на алтаре все время горит, огонь на алтаре все время горит, пусть огонь на алтаре все время горит, молитву твори во мне. Пусть огонь на алтаре все время горит, пусть огонь на алтаре все время горит, пусть огонь на алтаре все время горит, молитву твори во мне. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, о, сотвори во мне. Господь, внутри меня дом, молитвенный дом сотвори, о, сотвори. Пусть твой огонь сойдет на нас.
Иисусе, ты не должен тлеть. Во Христе Иисусе должен ты гореть. Огненные церкви могут все. Что же мне тебе сказать еще? Он крестящий духом и огнем. Пусть твой огонь сойдет. Пусть твой огонь сойдет. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вкладываешь желания и действия по своему изволению в каждого из нас. Мы благодарим Тебя за слово, которое говорит, чтобы мы не были ни теплыми, ни холодными, и потому что Ты можешь извергнуть нас из уст Твоих. Но мы желаем, Господь, гореть для Тебя, иметь общение с Тобой день и ночь, ночь и день. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что чего не попросим, то будет нам. Аминь. И если мы просили, то дано нам будет. Аминь.